Всем доброго утра, друзья, и вообще всем доброго дня, потому что я давно не выходил в свой YouTube-канал, не выпускал никаких влогов после того, как закончили мы три части с Нью-Йорка. Так вот, сегодня я буду снимать новый влог, и сегодня у меня будет много-много всяких интересных вещей, поэтому я просто сниму свой день, как у меня проходит каждый день и чем я вообще занимаюсь. Сегодня у меня по плану это посещение одного известного человека, то есть посещение его дочери день рождения, это Оли Фреймут, у нее у дочки свой день рождения, меня позвали туда, я приеду. Еду сейчас забрать свой свитшот Be Hero, те, которые отшиваем мы, это мой бренд и так далее. Вот, еду подарить ей свитшот, встретить перед этим Лизу и поехать к ней на день рождения. В общем, я так все запутал, так рассказал, что, наверное, вы ничего не поняли. Но в этом вся и фишка, поэтому, друзья, смотрите дальше! Бам! Встретил я участника нашего любимого. Ну, чуть-чуть любимого, да. А? Ну ладно, не страшно. Короче, друзья, пока ехал за ней, уже успел врезаться, потому что дебилы всякие на дорогах. Ну ничего страшного, все порешали. Вот, забрал малую и едем на движ. Смотрите, как она одета. Едет интерконтинентальную гостиницу на день рождения. Кому на день рождения, Сэм? Коли правильно дочери днюху. Такие звезды нереальные. Конечно. А тебе что-то платят? Мне нет, а тебе? Мне просто познакомиться. Мне тоже, все. Дальше будет интересно. Под подошвой, уж который год, который город под подошвой. Знаю гору, когда то, что я не то, что Гулливер, но все же город под подошвой. Город под подошвой. Светофоры. Ладно, давай уже Мне на 14 лет или на 13, да? Лиза, как ты отметила свои 13 лет? Макдональдс. Слушай, Макдональдс это не дома торт есть. Поздравляйте нашу именинницу. Девочки, сегодня у нас приедется. Понимаю, день рождения, вообще класс, супер бомба. Мама молодец. Нигде не звучала, никто ее не слышал, практически никто. Но сейчас прежде будет чем я ее спою, я вас очень попрошу. Да, мы готовы. Песня про какие-то высокие, нежные чувства, которые сказаны простыми словами. Боже мой, наш эксперт пришел. Сейчас будет говорить Сергей Стоун, ты не справился с заданием. Ты не модель, ты вас фотопозировать в Голливуд. Боже, это же мой наставник. Звездный обед. Я не снимаю. Как это? Не снимаю как. А ты уже не снимаешься, да? Я комета. Понятно. А чем ты сейчас занимаешься, покажи. Онлайн ты знаешь, чем я занимаюсь. Превратилась в кастинг топ-модель по-украински. Вот сейчас значит, эксперты наши, самые любимые, самая дружная команда. Сейчас будем выбирать топ-модель по-украински второй сезон. У нас сейчас ведущий Богдан Киевлемин. Хорошо. Друзья, сейчас становимся по парам. Кстати, друзья, у нас... Оля, а что с моей костюмом? Теперь мы на вашем месте. Зачем вас такие? Шу-шу-шу. Давайте мы вам тоже. Поехали! Вау! Хорошо, хорошо. Вы хорошо справляетесь. Я смотрю, кто-то же танцует. Друзья, кому я приехал, Коли Фреймут дочери на день рождения. Когда-то, я помню, мне было 11 лет, вы снимали в караване утром. Какой у вас был там на катке? У нас був челендж Саши Поданов. Але цікаво те, що ви мені кажете, що ваше дитинство пройшло під спогляданням моїх програм. Виявляєте? Да, ну, вот. Два покоління. Да. Я к вам підходила, щоб вам брав автограф. Це капець. У мене до сих пор где-то є даже вдома. А я була така сонна на ковзанах. Да, да, да. Я це все пам'ятаю, пам'ятаю, що з мамою були. Вот. Що ви робили вночі? Ми займалися вночі. Вас
Ні, там було не ночі, там було вранці, вроді би, взагалі. Да. Ми переважно займалися ночі, коли вже ковзани закривали. А. Ну, привіт. Це ваш да, блог? Ми кумір. Да, ми блог. Спасибо вам. Таня, ви хороший, ви крутий. Спасибо. Вас дуже всі люблять, моя дочка вас любить. Да. У мене хороший смак. Все, клас. Я теж дуже сильно люблю, тому я сьогодні прийшов. У мене теж було багато дякую, дел. Дякую, що ви з нами. Все, спасибо. Клас. Мой влог продолжается. Вы уже увидели интервью с Олей Фреймут. Я уже приехал на стоянку. О, привет, Кирюша, ты что тут делаешь? Смотри, где на стоянке кого встретил. Другому цыгану. Привет! Привет! Короче, это еще один долбоеб, один из моих друзей. Что? Ладно, мы не пидоры, так что не думайте. Ни разу. Нет. Ну он. Ракурс плохой. Чего? Друзья иногда могут принести вам много чего полезного, но есть и такого, чего они приносят не очень полезного. Вот этот кан, пи-пи-пи-пи, подсадил героин, меня на... На амфетамин. Героин и на стики атака. Да, точно. Да. Тебе дал возможность, как сказать, потренироваться. Вот теперь опиши, кто такой Кирилл? Да, о каком Кирилле речь? Ну, о себе ты можешь рассказать, кто ты такой? Вот? Если ты меня будешь так снимать, то ничего хорошего я не скажу. Кирилл это очень... идеальный человечек. Кирилл это палец, творческий, если... красивый, сексуальный, одаренный, единственный такой в мире человечек. В общем, друзья, мой влог подошел к концу. Я надеюсь, что он был вам интересен. Это мой день, как он проходит. Поэтому ставим пальцы вверх, ставим лайки. Не забываем подписываться и рассказывать обо мне своим друзьям. Всех люблю, всех целую.